Hello again. Welcome to the English lesson. Today is the 4th of May, and today we will start to learn new topical vocabulary about the weather. Repeat, please. Weather. Доброе утро, ребята. Сегодня 4 мая. Сегодня мы начинаем новую тему и выучим слова по теме weather. Погода. Weather. But let's train our reading. Давай потренируем чтение. Сегодня мы потренируем буквосочетания A и I, которые дают вместе звук A, и буквосочетания TH, которые вместе дают один звук Z. Начнем с A и I. Pain, rain, brain, main, plane. Once again. Pain, rain, brain, main, plane. Okay, next is what combination TH? Z. Weather, mother, father, brother, this, that. Once again, weather, mother, father, brother, this, that. Okay, stop the video and try to read yourself. Останови видео и прочитай сам. So let's speak again. Let's remember, what can animals do? Of course you remember that we have learned the verbs swim, dance, run, jump, sing, and climb. Okay, can you tell me, who can swim? Yes, a fish can swim. Who can dance? A chimp can dance. Who can run? A horse can run. Who can jump? A frog can jump. Who can sing? A bird can sing. And who can climb? A snake can climb. Okay. Ребята, попробуйте вставить пропущенные звуки, пропущенные буквы. Запишите правильные ответы себе в тетрадь. Но не забывайте, что главное в данном задании – правильно проговорить. Okay, so you can see the right answers. И вот правильные ответы. Ребята, но здесь есть ошибка. Кто-то неправильно выполнил задание и ошибся в одном слове. Найдите, пожалуйста, и отметьте, в каком. Okay, so, today we have to repeat the previous vocabulary, because today we will speak about the weather, погода. Давайте, ребята, повторим то, о чем мы с вами говорили на предыдущих занятиях, в предыдущем разделе, потому как сегодня нам понадобятся слова, которые мы с вами изучили в теме weather, погода. Мы с вами изучили времена года, seasons. Давайте вспомним их. Summer, winter, autumn, spring. Еще раз. Spring, весна, summer, лето, autumn, осень, winter, зима. Остановите видео, повторите. Да, ребята, сегодня мы с вами начнем изучать новые слова. Откройте свои People's Book на странице 104 и 105. So, let's watch some new words. Давайте посмотрим новые слова, а потом learn, выучим. Look and listen. It's hot. It's cold. It's sunny.
It's raining. It's snowing. Окей, okay. You may turn the video back. Вы можете также вернуть, ребята, снова и повторить. Но не забывайте, что данные слова нужно выучить наизусть. Они есть не только в видеоуроке, но и в твоем Pupils Book на странице 104-105 вверху страницы. Окей, okay, let's train. Давайте потренируемся с вами. Ребята, постарайтесь сейчас в песенке, которую мы сейчас с вами споем, найти слова, которые мы сегодня с вами выучили. Let's sing. Давай споем. Close your eyes, count 1, 2, 3. Come to the yard and come with me. It's hot, it's cold, it's raining too. The island is waiting for me and you. Итак, ребята, можете прослушать еще раз, если вы с первого раза не услышали наши сегодняшние новые слова, и подумать, какие слова встретились. Остановите видео и подумайте над вопросом. Да, правильно, ребята, нам в песенке встретились слова «It's hot» – жарко, «It's cold» – холодно, «It's raining» – идет дождь. Итак, ребята, давайте еще раз вместе пропоем, а после приступим к чтению. Close your eyes, count 1, 2, 3. Come to the island, come with me. It's hot, it's cold, it's raining too. So let's read. Let's read again. You may open your pupil's book at page 105. Ребята, давайте прочитаем. Следите. На странице 105 у вас изображена иллюстрированная история. Видео, которое вы сейчас просмотрите, именно будет относиться к данной истории. Поэтому ваша задача не только смотреть, но также и следить за произношением фраз, которые говорят и проговаривают герои. Let's watch. Итак, ребята, вы можете вернуть видео еще раз, прослушать, правильно произнести, а после же приступить уже к чтению. Ваше задание – это правильно прочитать иллюстрированную историю на странице 105 и выучить новые слова.